Продолжение обзора выставки «Кукол на тишинке. Москва». Это видео будет коротким. Почему? В нем только работы одного автора. Но произвели настолько огромное впечатление, что эмоции я свои не сдержала. Уж простите. Но работы впечатляют. Насколько нужно быть тонким психологом, чтобы увидеть эти черты в каждом человеке. Герои у вас классные. Автор работ Вера Королева. Спасибо. Какие работы? Тут можно найти, ой, простите, любой характер. Любой характер. Видите, всем весело. А что там, куда сучили? Говорите, у вас очень весело. Во дворе есть девчонка одна, между шумных подруг неприметна она, никому из ребят неприметна она. Есть дружок у меня, я с ним с детства знаком, но о ней я молчу. Даже с лучшим дружком почему-то молчу, даже с лучшим дружком. Я гляжу ей след, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. Не боюсь я, ребята, ни ночи, ни дня, ни крутых кулаков, ни воды, ни огня, а при ней словно вдруг подменяют меня. Я гляжу ей след, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу.